Всем привет, канал Деревенское Подворье. Смотрите, видите осы? Вот белый этот круг. Мы копали-копали здесь чеснок и закружились осы. Видимо, Олег ногой встал или что-то такое. И, короче, вот. И столько немерено просто. Это я очень сильно рискую, подоперлась. Тем более, что учесть, что у меня аллергия на ос. Ой, сколько. Ой, как много. Олег пошел за дихлофосом, потому что, ну как, огород же копать надо. И они вот все в эту дырку, тудым-сюдым, тудым-сюдым. Во, видно прямо. Видите, как много. Там может у них быть целый вообще подземный город даже. Вот увеличила уже максимально. Подойти боюсь, потому что их очень много. Вот вокруг летает. Мы же их потревожили, этих ос. Ну, не знаю, ребята, чем дело кончится. Если меня покусают, все кусачки прям вам... Увидите, видите? Вот, смотрите, сколько... Ой, я не знаю даже, как это сейчас все будет. Сейчас как Олег пшикнет, как они вылетят оттуда. Как дадут нам. Тра-та-та. Может быть, Олежка пшикнуть, да ведром накрыть? Ой-я, ой-я. Это же ужас. Ужас, прямо столб. Над гнездом вьется столб. Просто я не снимаю этот столб, что... Ну... Освещение такое, что не видно вот этого количества. Просто у гнезда их видно намного больше. Что вот они оттуда все. Это ужасно, ребята. Это хлеще, чем шар в гараже осиный. Тут же их не видишь. Представляете? Ой, сколько много. Сколько много. Ужас.